26 мая на сцене Центра культуры Подмосковья состоялся праздничный концерт, посвященный десятилетию одноименного хореографического ансамбля. Он был образован в 2009 году под руководством Эльвиры Фокиной, молодого специалиста, выпускницы хореографического факультета Московского государственного университета культуры и искусств. Первоначально в программу обучения входили только ритмическая гимнастика и детский танец. Шло время. С получением сценического опыта и танцевальной уверенности старшая группа открыла новое для себя направление – народно-сценический танец, в котором продолжает работать и по сей день. География гастрольных выступлений ансамбля «Подмосковье» весьма обширна. Участники коллектива побывали во многих городах Московской области. За 10 лет артисты подарили свои номера жителям Казани, Орла, Санкт-Петербурга, Сочи, Курска, Калуги и Волгограда. Также в копилке ансамбля поездка на конкурс в столицу Чешской Республики Прагу с посещением других городов Европы – Варшавы, Карловых Вар и Вены. Ансамбль «Подмосковье» – лауреат межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, обладатель гран-при всероссийского конкурса «Зимняя мозаика», а также международного конкурса «Очарование богемии». Участники коллектива являются чемпионами, а также серебряными и бронзовыми призерами чемпионата Европы Федерации артистического танца, серебряными призерами Кубка России Федерации современного и эстрадного танца России.